Скажите, пожалуйста, какие ожидания, почему вы сюда пришли сегодня? Ну, я ни разу не была на балете, я очень давно хотела сходить. Я ожидаю просто грандиозные впечатления, массу положительных эмоций. Во-первых, начнем с того, что не так часто балет приезжает к нам сюда, в столицу, в Кассе. А во-вторых, те, что приезжали, показали высокий профессиональный уровень. Я думаю, что это будет что-то очень интересное. Опять же, это будет нечто новое. Балет – это высокое искусство. И я думаю, что можно ходить и смотреть. Скажите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось, запомнилось из того, что вы увидели? Ну, конечно, «Черный лебедь», она впечатлила. Вообще, очень жалко, что у нас мало приезжает балет в наш город. Хотелось бы почаще видеть. Но больше всего понравилось второе отделение, потому что там было очень представлено большое разнообразие балетов. Мой любимый «Байдерка», который я видела неоднократно, и «Дон Кихот». Если сравнить зарубежную звезду и наших, есть ли разница, если есть, то какая? Разница заметна. Видимо, школы танцевальные разные. Я не скажу, что я специалист в этом, но кто видел, я думаю, увидел разницу.